честно, понятия не имею. Могу только сказать, что всегда все это было и всегда все это будет. Раньше это меньше было возможности это как-то распространять. С появлением интернета их, конечно, возникло больше. Но это как сказать, не знаю, нужна желтая пресса или нет. Мы с вами можем обсуждать тут до хрипоты, до драки. Все равно будет это. Это будет. Будет. И будут те, кто будут с этим бороться, будут те, кого это будет раздражать. И как сказал, да, Жеглов, что говорит, как же он сказал-то, что уровень правопорядка в стране измеряется не количеством воров, а умением властей их обезвреживать. Ну, кто-то что-то украл, кто-то что-то куда-то выложил. Ну, чем быстрее это дело, нашли способ это как-то нейтрализовать и обезвредить, тем, соответственно, больше эти люди вызывают уважение. А так, ну, все что-то будут выкладывать, все что-то будут воровать. Ну, как к этому относиться? Как к данности? Как еще одна головная боль, с которой надо бороться?